Удмурты – один из народов большой финно-угорской семьи. Родственники венгров, финнов, эстонцев, коми-пермяков, марийцев. Родина и основная территория проживания удмуртов – Приуралье. Большая часть живет в республике Удмуртия. Компактные группы сформировались в других регионах, в том числе и в Пермском крае. Появление удмуртов в Прикамье приходится на конец XVI века. Переселенцы обосновались в верховьях реки Буй, юг Пермского края, Куединский район. Первые удмуртские деревни в Прикамье упоминаются в 1673 году. Потомки удмуртов-переселенцев и в настоящее время живут в поречье реки Буй и составляют особую этническую группу – куединских или буйских удмуртов, самобытную и во многом уникальную. Численность их в 2002 году составила 5571 человек. Один из немногих народов, избежавших христианизации и исламизации, буйские удмурты до настоящего времени сохраняют древние религиозно-мифологические представления. Многие характерные черты их традиционной культуры можно назвать архаичными и даже реликтовыми. Основную часть песенного фольклора составляют напевы гюй, приуроченные к различным обрядам семейного цикла. Проводом в солдаты – солдат Килян гюй, свадьбе – Сюан гюй, гостеванию – Куна гюй, Кына гюй, похоронно-поминальной обрядности – Килян гюй. Текст напева, как правило, это цикл четырехстрочных строф. Мелодии обрядовых напевов уникальны. Их по праву можно назвать жемчужинами удмуртского музыкального творчества.
Музыкальный фольклор буйских удмуртов нельзя представить без песенные традиции соседнего татарского и башкирского населения. Были восприняты не только мелодии, но и тексты песен. Современный репертуар удмуртской деревни мозаичен. Наряду с традиционными удмуртскими напевами он включает авторские удмуртские песни, песни на татарском и русском языках. В антологии представлены тексты, записанные от фольклорных ансамблей и исполнителей из удмуртских деревень Большой Гондырь, Гажан, Кипчак, Кирга и Союз Куйдинского района Пермского края, раскрывающие своеобразие прозаического, поэтического и музыкального фольклора удмуртов Прикамья. Сейчас я сыл, еще